И Барби. Давайте начнем вот с этого края. Давайте. Можно без ножниц. Давайте. Вот он сейчас. Вот это же замфаля. О! Главное, что там ленточка, видите? Ага. Вот мы ее раскрыли. Вот, говори, что тебе нравится? Да. Вот видите, какие у него расческа. Да, расческа. У него такие длинные. Да, вау. Но она приклеена. Мы ее сейчас будем распаковывать. Вот снимать. Ой! Это нам уже больше не понравится. Вот смотрите, какие здесь загогулины. Давайте я сейчас их вот вам на ваших глазах. Они очень крепкие. Я сейчас могу все где. А они пусть распутывают это, да? Они ведь умеют распутывать. Давай пока здесь снимаем. Я все распутываю. Так, все вместе. Так, надо еще вот это надо отрезать. Не, это не надо. Смотри. Не понимаю, Нормицы хотят взять его, чтобы разрезать эту проклятую. Я уже взяла эту проклятую. Все, я... Не надо ее разрезать. Давайте сейчас мы потом снимем в роликах вместе играем. Давай. За 100 миллионов лайков. За 2000 лайков. Да, нам нужно погнать. Подписывайтесь на канал. Это очень просто. Да. Скажи, нам надо погнать все. Вот. Мы начали только канал, но нам ведь надо подписчиков. Подписывайтесь на канал. Все под этим роликом. Пишите комментарии, как вам нравится этот канал. Если вам нравится, то мы еще снимем видосик один. Ага. За 100 миллионов лайков. Ой, там волосы приклеены. Я здесь. Это очень сложно. Главное, что и будет ее отчистить. Да. Это вы профессионалы, да. Я не умею. Я открывала в детстве много куб. Но не так. Так, вот, теперь куб. Вот не это вот. Вот. На, сзади такие штуки. Мам, на. Классно! Ой, а что с кофе успел? Вот так. Вот мы освободили ее. Да, конечно. Теперь... А мы платье. Ой, платье не освободили. Как же я могла? Ой, как будет. А вот что мы еще не освободили. Ну, сейчас отрежем. Их что нужно. Так, ноги освободили, смотрите. Это нам уже не понадобится. Ну да, не понадобится. Вот, смотрите. Сейчас мои волосы еще. Ой, платье. Все. Все, как всегда, все приклеено. Ой, лошадь какая. Здесь все. А, тут надо в куб. Вот такая лошадь. Видите, какая-то кудрявая. Вот здесь. Видит. Ну. Вот такая кукла. И вот такая кукла. Сейчас мои волосы освободим. А вот, посмотрите. Ну как, знаете, что под платье? Смотрите, у нее все крутится, все ноги сгибают. Даже здесь, видите? Вот, она может сидеть, крутиться. Ну ладно, вот. Мама, какая она красивая. Корона. Ага, вот корона мне очень нравится. Это как бы Рапунцель. А вот это ее лошадка Рапунцель. А вот ее лошадка. Смотрите, давайте ее посадим. Посадим. Это ее пряжка и пчелка. Все дома. Всем пока-пока. А вот Архипин дома, с которым мы купили. Видите? Вот. Так, он еще ездит. Хотите? Вот он ездит. Ну, мы в следующем видео покажем, как он ездит по нашей дороге. А вот у нас этот. Еще и такой мячик. Да, мы его купили вместе с этим комплектом. Там вот такой. И он светится. Он светится, там где-то Эльза плавает. С Эльзой Анна. Картинка. И он с блесками. И он с блесками.
Вот Эльза и Анна, вот она. И они с блёстками. Да, они с блёстками. Маша очень понравился, и мы купили его. И только я напомню. Архип, Марфа, Маша. Вот, мы сегодня распаковали Барби с её лошадью. Я придумаю, как её назвать, и сниму видео, как мы играем. Вот кто у нас ещё есть. С вот такой вот девочкой. Энчантимус мы назвали. А это Тома. Из Томаса. Вот. И видели, что у нее белые волосы. Половины. Ага. И напишите видео, вы заметили это или нет. Или нет сначала. Я думаю, вы не заметили. Напишите в комментариях под этим видео. Всем пока-пока!